Добрый день всем, добрые зрители доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Хочу сказать, поздравить вас, всех моих дорогих подписчиков, мою такую большую уже родную, дружную семью с праздником 9 мая. Мальчики, мужчины, девочки, бабушки, мамы, с праздником вас! С праздником, с праздников, праздник скорее, конечно, это наших дедов, прадедов, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы жили в этой огромной стране. Но, к сожалению, каждый раз смотришь и понимаешь, сколько животных помогала в годы Великой Отечественной войны, в особенности собак, и почему-то об этом именно наши люди, именно наши граждане забыли. Забыли, что собака и в наше мирное время нигде не обходится при каких-то землетрясениях, при каких-то цунами. Везде работают собаки-спасатели. И мы, люди, не должны забывать, что это... Ну, для меня собаки – это те же дети. Дети умные, стойкие, молчаливые, беззащитные, в первую очередь. Беззащитные, но очень преданные. Поэтому иногда пишут, лучше бы помогали детям. Да нет, детям должны, простите меня, пожалуйста, но детям должно помогать наше государство. Наше государство, которое старается быть цивилизованным, но, к сожалению, это не получается. Мы, каждый вправе помогать тому, кому хочет. Кто-то животным, кто-то детям. Но для меня именно животные – это самые беззащитные и самые слабые существа, которые сами о себе не могут позаботиться. Людям, детям кто-то может еще помочь, они могут работать, получать пенсию, а вот именно брошенные животные, они не могут сами о себе позаботиться. Они могут рассчитывать только на нас, на людей, которым не безразлична их судьба. Ну и сегодня наш ролик, конечно же, как всегда, подходит оплата передержек наших замечательных, всеми полюбившихся собачек Фили и Шарика. Еще раз говорю, что Фили и Шарик находятся на передержке у волонтеров Натальи и Вадима в Калужской области. Скоро туда готовится наш Веня, но никак не могу я пока отправить это чудо ребенка. То у нас что-то не получается, и как-то я переживаю очень за Венечку, как он будет себя там чувствовать. Я понимаю, что там прекрасная семья, но Веня – это такой ребенок, который он целиком и полностью доверяет только мне. Поэтому, может быть, я сама как-то подсознательно откладываю этот момент. Я просто знаю, что он безумно меня любит, и я не знаю, как он будет воспринимать других людей, но пока мы дома. Мы дома, мы занимаемся. Венечка, кстати, уже может по секунде, по две стоять на задних лапках. Для меня это прям большой прогресс. Он очень самостоятельный, молодец, писает, какает сам. Ну, а сейчас о Шарике и о Филе. Шарик и Филя, как я и сказала, что находится у Натальи с Вадимом, но, как вы знаете, что у нас платная передержка, и я, как всегда, обращаюсь с большой-большой просьбой к вам. Мальчики надеются и ждут, что мы их не бросим, что мы поможем, ну, потому что, ну, бесплатно заниматься собаками-инвалидами, соответственно, никто не будет, это тяжелый труд. У меня вот их два дома, и все равно это очень тяжело, девочки. Я обращаюсь ко всем к вам, такая моя большая дружная семья. Сбор составляет
22 тысячи рублей. Это шарик и филя. И, как всегда, я, конечно, очень надеюсь на вас, на свою большую такую дружную семью, на вашу помощь, на ваше понимание. Потому что если мы не сможем оплачивать этих ребят, значит, судьба у них будет, соответственно, неизвестная. Я понимаю, что их никто не выкинет, но как бы только мы можем помочь до устройства в семью, пока финансово оплачивать этих двух замечательных собачью. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.